Всем привет, меня... Сейчас. О! Всем привет. Нет, проливной был. Но они чуть-чуть под крышей. Такая тряпочная крыша у них. Но достаточно, чтобы закрыть салют. Пай. Привет, Катя. Привет. Привет. Посмотри, это мы вчера сделали татуировку. А теперь ее не отмыть. Hold on. There we go. Муж и сын прицениваются. Отмеси the tanks. Танки будем покупать. Those are just poppers, aren't they? А Катьке нравятся хлопушки. Ну, хлопушки там, хлопушки, подумаешь. Кстати, танки мы в прошлом году играли с такими танками. Их зажигаешь, и потом они вовсю так, искорки вовсю, и они едут с искорками. Да, то, yes. Меня зовут Валя, это у нас Катюша. Мы сегодня покупаем fireworks. Fireworks это по-русски получается салют. Тут можно салюта много купить, так как скоро будет у нас День независимости. 4 июля все будут праздновать День независимости. И в этот день можно хлопать хлопушками и делать салют. Обычно нельзя, а вот в этот день можно. That's ladybugs. They look like red dolls. Якобы божьи коровки. Но в какой-то момент они взрываются. Да, это божья коровка. What happened to that? Что же случилось с этой божьей коровкой? Некоторые салют просто странные, а некоторые, ну, просто, когда даже противно. Например, вот это называется пупи-папи. Пупи – это какашки. То бишь, какущая собачка, какущий щенок. Да, это мы не будем покупать. Oh, that's true. Yeah, but I didn't tell you to... Вот такой вот мяч. Тоже его зажигают. Ну, он, в принципе, неинтересный. Достаточно дорогой, $4 стоит. Не особо интересный. Но с другой стороны... Полк. Эй, шапку потеряла. Не теряй эту шапку. Poking the bear. So how long this will last? Or is it just kind of a random? Yeah. You said the other one last. Капитан Америка. Captain America, huh? Yeah, it's very happy. So what does it do? You put it back in a minute, but... Sorry. Папа не разрешил. Тяжелое и дорогое. I'm buying it? No. We're putting it back. Where'd you get it? We are putting it back. Four pack is 12. Like 4. Yeah, you want all. Yeah, you want all. You can match it if you want it all. Okay. Alex, what did you get now, baby? What is this? 4 of the package. Oh, parachute. No, ladna. This is like 10 in each package. Oh, nice. Okay. And beach paper. Why not? Курить нельзя. И почему бы это? Девочка, дети, мальчик. Не знаю что, но почему-то написано
It's a girl, девочка. It's a boy, мальчик. So what is it exactly? I think it's for like when, remember like when somebody's pregnant and they're like, they're announcing the gender. Oh. They'll shoot off fireworks of color. Oh. I don't know what it is. I don't know what the price is. Катя думает, что это когда объявляют, это девочка или мальчик, то можно вот такой салют устроить, либо синенький, либо розовый. Может быть, но точно не знаю. Hey, Alex. Look at this one. Mom, do other turtles that might be sexy? What does it say? I've seen a lot of people buy this. And hello, headless. Hello, ladies. Girl. Hello, ladies. Hello, ladies. I don't even know what it is, but it looks funny. One, shoots flaming. Oh, look, there's Nemo. There's a whole box of Nemo. You can get Nemo. I don't know what that is, but it looks cute. For $46, you can blow up Nemo. Oh, my God. Oh, Alex like, hey, maybe I should. I'll pay my whole college account. For $46, можно взорвать рыбку Nemo. Я в этом салюте ничего все равно не понимаю. Я просто иду, с мужем хожу, что ему нравится, то мы и берем. Также у нас, конечно же, дети помогают, особенно Алекс, он хватает все. В какой-то раз можно 7-летнему ребенку чего-нибудь взорвать, да? Тут разрешено это делать, поэтому он, конечно, очень excited. Excited это очень, очень взволнован, очень интересно ему. Ай, Катя, what's up? What's up? Nothing. It looks cool. Me when I wake up in the morning. Катя говорит, это я, когда я утром просыпаюсь. That's not true. Compare. That's not true. See? You're scarier. See? Well, yeah. I mean, it's like me with makeup on, me with makeup off. Oh, that's what it is. I wish I had makeup. I don't have any. Him or me. Uh-huh, uh-huh. We had to plan for it. Да. Это $100 стоит. Оно так и будет стоять здесь. Okay, well, let's push some. Набор вот такой вот, ребят, смотрите. Вот. Значит, получается 6 разных частей в наборе, да? Теперь смотрите на цену. Обалдеть, у кого такие деньги есть? Все такие наборы здесь от 200 до $300. Катя у нас тут рекламирует. Ну, мы посмотрим на это, но покупать мы это ничего не будем. Мы помельче ставь возьмем. А также потому что на эти, смотря что, но на некоторые нужно разрешение. А мы этим заниматься не хотим. Нам эта головная боль не нужна. Но они такие, что прям землю трясет вокруг, когда их взрываешь. Yeah, I see that. It's silly looking, isn't it? All right, let's go. Why? Just because. Hi. Get in there with her. Let me take your picture with her. Are you bored yet?